В Ахинском краеведческом музее впервые состоялся концерт коллектива казачьей культуры «Северный ветер» многократных победителей всероссийских конкурсов. Ребят знают и в городе, и за пределами Сахалинской области. Ребята становятся победителями различных мероприятий, фестивалей. С коллективом казачьей культуры «Северный ветер» мы сотрудничаем впервые. Надеюсь, наше сотрудничество продлится. Это наш был первый концерт. Концерт посвящен Дню защитника Отечества. Всем известно, что наряду с российскими воинами казаки участвовали в присоединении земель к русскому государству еще со времен Ивана Грозного. Казачьи полки сыграли не последнюю роль в победе 1812 года. В годы Великой Отечественной войны казаки участвовали в боевых операциях. На протяжении многих веков они служили нашему Отечеству. В программе концерта были душевные песни, зажигательные танцы и, конечно, стихи. Трогательные, пронзительные строки в исполнении юных казаков вызывали слезы у зрителя. Папа, с тобой мы как за стеной. Спасибо, родной, за мир и покой. Пусти долетит этот до передовой. И прочитает его отец мой, герой. Спасибо, тихонечко, еле заметно. Сегодня хочу я отцу сказать. За смелость его в борьбе беззаветной. За то, что народ он пошел защищать. Сложно представить казачий праздник без демонстрации владения холодным оружием. Фланкировка, казачий танец с шашкой или нагайкой всегда вызывает восторг и аплодисменты зрителей. Да, прямо слов нет. Я прямо тоже немножко просветлилась, честно говоря. Хорошо станцевали, хорошо рассказывали стихи, пели очень красиво и танцевали красиво очень. Здорово выступили. Они к нам в садик приходили, у нас казачья группа в Родничке. То есть мы смотрели повторно, ну здорово, понравилось. Впечатления самые наилучшие. Все так вот душевно, все так вот к празднику действительно. За мужчин, за наш город берет. Вот с удовольствием смотрел, даже приплясывал. Понравилось? Да. Яркий, искрометный темперамент казачьего искусства. В хореографических постановках и вокальных номерах отражено уникальное творчество казаков. Ни один зритель не остался равнодушным. Выступления артистов сопровождались продолжительными аплодисментами.